Добрый вечер, дорогие мои. Это не просто фильм, а те, кто смотрит мой канал давно, знают, что кроме обычных фильмов я снимаю еще фильмы для незрячих людей. Эти фильмы называются Тифло-фильмы, и они отличаются немножечко другим комментарием по сравнению с теми фильмами, которые снимаются для зрячих людей. Поэтому те, кто зрячий, смотрите, потерпите, поскольку снимаем все-таки не для вас. Основным для тех, кто незрячий, является звук. Поэтому сейчас включен специальный аппарат, записывающий стереозвук окружающей среды, а я буду только немножечко ее комментировать. Итак, мы идем по улице курорта Красная Поляна, и улица эта называется Горная Карусель. Когда-то здесь такое поселение было, и это остатки его названия. Улица шириной примерно 30 метров, и по сторонам ее находятся здания высотой примерно метров 20, и на них много колонн, много различной архитектурной отделки. Они сделаны в таком старом, можно так сказать, стиле архитектуры с всевозможными балкончиками и всевозможными обрамлениями у окон. Центральная улица, по которой идут люди, составляет примерно 12 метров, а по сторонам, примыкая к зданиям, находятся всевозможные ходы и проходы к различным ресторанам и кафе. Над всей улицей повешены гирлянды, это такие светящиеся фонарики, и их много, они как звездное небо. Я сейчас замолкаю, чтобы вы слышали окружающую атмосферу. Я знаю, что по ней вы сами все поймете. Слева звучит музыка кафе. Коллинз называется кафе. Такой современный стиль кафе. Около него на бордюрчиках сидят люди с детишками. Навстречу мне двигается много людей. Все смотрят по сторонам, снимают на камеры. Справа от меня звуки кафе грузинской кухни. Около кафе стоит очередь. Очень популярное кафе. Мы приближаемся к небольшой площади, на которой появляется много растений. Есть маленький островок, на котором большие деревья, сосны, пихты, туи и другие. И зеленые газончики. Слева от меня кафе сидят люди, разговаривают кафе с большими зонтами, с белыми. А справа от меня мальчик играет на флейте. Давайте я остановлюсь, и вы послушаете флейту. Thank you.
Мальчик лет 12-13. Я не знаю, как этот инструмент называется. Перед ним чемодан, и он собирает денежки, так зарабатывает. Слева папа с ребенком. Ребенок сидит в коляске, и папа с ребенком хлопает этому мальчику. А справа два мужчины стояли, хлопали. Мы продолжаем путь дальше. Перед нами сейчас небольшая горка. И поэтому звуки идут сверху, потому что люди идут сверху, спускаются к нам. Нет, слушай, если вот... Людей очень много, все в бодром, веселом состоянии. Курорт для состоятельных таких людей не дешевый, можно так сказать. Поэтому все, заплатив хорошие деньги, стараются хорошо провести здесь время. Сзади меня идет пара с маленьким ребенком. Мы поднялись на горку примерно на 3 метра. Справа от меня кафе, называется «Люди». И сидят. Я могу рассказать. Вот. Я снимаю сейчас фильм для слепых. Mm-hmm. Да. Мы просто второй раз уже видели, не услышал, обратили внимание. Да. И вот они сейчас слышат тебя. Передо мной стоит мужчина, он в красной рубашке. И вот видите, он заинтересовался такими съемками. Они не видят того, я что понимаю, надо словами я снимаю. Да. Некоторые слабовидящие, они видят картинку, так у них это. Остальные слышат. И поэтому я иду и им маленечко комментирую, что вот... Справа кафе, там люди сидят. А у нас знакомый, он в возрасте 40 лет стал просто терять зрение. И никто не может объяснить причину. Сейчас страшная слепнет, проблема. Слепнет человек. Сейчас огромное количество. Просто буквально за 10-20 лет вдвое-втрое стало в мире. И никто просто... не может объяснить, почему. Я, к сожалению, все, должен продолжить, а то мы отвлекаем людей. Ну вот вы услышали, как мы поговорили об этой проблеме с простым человеком. Справа еще раз повторяю, кафе «Люди». Мы продолжаем движение вперед. Улица опять ограничена такими же домами, 20 метров высотой и все это. Справа кафе. Опять сидят люди, разговаривают. А слева лавка овощная. Стоят люди, торгуются. Слева мальчик удивляется, там клетка стоит с хомячком большая. Вот он посмотрел и удивляется. Слева кафе, которое... ограничена стена с колоннами, поэтому люди за стеклом и музыка за стеклом, их там много. А справа открытое кафе, просто столики и большие у них квадратные зонты. Ну вот, наша улица заканчивается. Слева мальчик на самокате проехал.
мы выходим на площадь, и тут ветер, и я заканчиваю съемку, потому что начинает задувать в микрофон. Все, спасибо за внимание, мои дорогие. Знаете, что я вас люблю. Давно, конечно, не снимал тифлофильмов, потому что как-то оборудование не позволяло. А теперь, я думаю, мы возобновим это. И я вам еще сниму и водопады, и еще какие-нибудь моменты. А так, здоровья вам всем, не унывайте, ребята. Мир красив не красотой, а людьми. Всего вам доброго. Аминь.